Микроклимат плюс капа лямбда йота мю альфа. Особенности климата на небольших пространствах обусловлены особенностями местности. Изучение микроклимата имеет большое практическое значение, особенно при районировании сельскохозяйственных культур, организации санаториев, домов отдыха. Микроклимат жилища – это комплекс метеорологических условий в помещении. Температура, относительная влажность, количество аэрионов, астериск, воздухообмен, скорость движения воздуха, содержание в воздухе твердых частиц, наличие приятных запахов ЭДР оптимальными для микроклимата жилых и общественных помещений в теплое время года считаются. Температура воздуха от 2,2°, относительная влажность от 3,0 до скорость движения воздуха не более 0,25 метров в секунду. В холодное время года эти показатели составляют соответственно от 2,0°, от 3,0 до 0,1 минус 0,15 метров в секунду. При этом разница температур по горизонтали от окон до противоположной стены не должна превышать 2 градуса Цельсия, а по вертикали 1 градус Цельсия на каждый метр высоты помещения. Для создания комфортного микроклимата в помещении используются специальные системы. В холодное время года – система отопления, газовые, дровяные или угольные печи, система централизованного водяного, в редких случаях парового отопления, калорифер и электрообогреватели, система приточно-вытяжной вентиляции, система увлажнения воздуха в теплое и жаркое время года, системы вентиляции и кондиционирования.